До уваги могилевчан и гостей города. Как нам поведомили у Гарвыканкаме, у связи с ремонтными работами рух уласного и громадского транспорта на Пушкинском мосте будет часово заборонены. Згодно графика с 9.00 16 вересня и до 4 годин раницы 19 вересня альтернативный маршрут громадского транспорта, что накировывается у Заднепровья, пройдет про улицу Чалюскинцев на мост имя Шмидта, а далее згодно маршрута.